Очевидцев задержания полицейскими двух парней около дома номер 24 по улице Аэродромной в Самаре, произошедшего 24 октября этого года, просят позвонить по телефону 8 927 262 77 81. Вознаграждение гарантируется. Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 сентября 2015 года в Самаре на пересечении улиц Ульяновской и Арцебушевской с участием мотоцикла и автомобиля Hyundai Santa Fe темного цвета, госномер 004, просят позвонить по телефону 8 987 973 86 75. Приглашаем на работу менеджера по продажам рекламных возможностей на радио. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение, опыт в продажах приветствуется. Телефоны в Самаре 8 902 336 99 11 или 226 65 66 добавочный 304. Требуются курьеры и почтальоны для доставки платежных документов. Все районы Самарской области. Оплата сдельная. Телефон 8 917 167 54 71. Срочно требуется административный помощник в офис. Возможность карьерного роста – 5-дневная рабочая неделя. Можно без опыта. Оплата до 27 тысяч рублей плюс проценты. Телефон в Самаре 8 927 651 79 42. Требуется помощник в офис, расположенный в центре города. Гарантируется обучение. Доход 35 тысяч рублей. Телефон в Самаре 8 937 202 44 52. В филиал требуется администратор-консультант. Можно без опыта работы. 5-дневная рабочая неделя. Возможна переквалификация. Доход до 27 тысяч рублей плюс процент. Телефон в Самаре 8 927 651 08 97. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8 937 651 86 26. Продается дом в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района. Участок 15 соток. В доме свет, газ, вода. Рядом река Самара. Цена 1 700 000 рублей. Торг уместен. Телефон 8 927 722 91 70. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров, свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8 927 265 30 75. Продается дом, 74 квадратных метра, в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8 927 725 21 59. Продается участок 22,5 сотки в поселке Угловой, за селом Красный Яр, рядом с мечетью. На участке новый кирпичный дом 70 квадратных метров и деревянный жилой дом. Скважина, теплица, металлический забор. Телефон 8 927 756 63 48. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333-30-81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227-55-62. ООО «Ареал-Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafopersonal@mail.ru. Телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала работа.ру.
улица Дзержинского, 98, первый вход, офис 414, телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий», улица Комсомольская, 18, телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время», улица Гая, 39А, телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления», улица Кирова, 46, телефон 98-34-01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна», улица Ленина, 14, телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия», улица Победы, 20, телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя», улица Советская, 29, телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты реклама@губерниятв.ру.